противопожарные действия. Либо отойдите на 30 метров, либо оденьте куртку. А вы почему рядом стоите? Тут вы почему рядом? Эх, вспотел. Уже агитационным материалом считаются слова, напечатанные на футболке. Рядом плакаты, человек в майке, это же полиция считается нарушением. Я свернула плакат. Гражданка Дробленкос, у вас на жилетке тоже написано Сергей Фургал. А что, Сергей Фургал фашист? Это что? Что, уже за Фургала писать нельзя? На провокационные вопросы я не отвечаю. По всем вопросам обращайтесь в Главное управление внутренних дел. Вы заплатили, так молчи. А вы-то можно подумать. Видите, жуликов ловите, коррупционеров ловите. Коррупция не зашкаливает. Я за Сергея Фургала, и чё? Чё, Фургал у нас запрещен? Нарушение заключается в том, что на футболке написано «Я, мы, Сергей Фургал». Имя назовите свои, пожалуйста. Алексей. Алексей? А вот Яна Выслова, у нее тоже написано «Свободу Фургалу». Это тоже считается агитацией. Я на 30 метров. Постоять вместе. Я сейчас приду. Пошла на 30 метров? Нет, покурю, приду. Ясно. Даже на удивительные требования полиции пикетчики стараются отвечать благоразумно. Маску оденьте, маску оденьте. А чего у нас маска? Почему вы нарушаете маску? Вы нарушаете масочный режим. Вот посмотрите на своего коллегу, как надо маску носить. А вы нас ходите, может, заражаете сегодня. Не заражайте нас. Два подполковника и капитан следят за порядком на площади Ленина. Полиция уже находила поводы для того, чтобы составлять протоколы по поводу ношения масок. И был еще протокол по поводу организации одиночных пикетов. За него получила Татьяна Дробноход 20 тысяч штрафа. Но еще один человек по фамилии Андрей Кайгородцев, он был обвинен в том, что он участвовал неправильно в одиночном пикете. Но суд отклонил протокол и, ну, как бы оправдал его. Было такое прецедент в Новосибирске. А сегодня...